Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 2. Мы находимся на выходе из Shell 2. И с нами Эмма, которая, честно говоря, не рада, что мы ее вытянули. Но, в принципе, было прикольно. И в предыдущей серии мы довольно неплохо повеселились. А теперь давайте продвигаться дальше. Честно говоря, не понимаю, как мы ее тут переведем. Но как-нибудь, я думаю, сможем. Не впервой. Первый готов. Тут полно сайферов. Фу, так, как видите, уже время к вечеру. Что происходит? Какого черта? Я что, в какие-то микротрещинки попадал, что ли? Что, он насквозь проходил? Непонятно. Так, смотри, здесь теперь я могу пройти. Кто-то заботливо для нас поставил... мостки. Ну, хотя не для нас, потому что здесь с солдатом надо как-то проходить. А во время той битвы с Солидосом мы все поломали. Так, ну хорошо. Давайте, кстати, возьмем бронежилет, потому что я его взял, еще ни разу не надевал. Он довольно сильно помогал нам во время первой части прохождения. Так, надеюсь, этот пол без приколов. Получается, здесь всего два сайфера было, да? Окей. Так, и нам... Тихо. Нам нужно... Это какая? Это кей. А нам нужно на L вниз. А на L внизу у нас... Вон, видите, вот эта дорожка. Мы, видимо, сейчас пойдем туда по воспоминаниям. Так. И оттуда сможем попасть вон туда. Как раз уже ко второму. Хорошо, но для начала нам нужно уничтожить этого... вражину, который здесь гуляет. Причем сделать это можно более тихо. Вот так. Брызнуло кровище, а мы двигаемся дальше. Окей. Кстати говоря, давно Роуз не звонили, она нам мозги не полоскала. Только у нашего персонажа какое-то нормальное психологическое состояние стало. Давайте ему разрушим опять жизнь. Он это любит. Очередная часть Санты-Барбары. Диалоги с Роуз. Что, говорит, я могу для тебя сделать, Джек? Может, вены из тебя все вытянуть, как я это люблю сделать? Джек, about trying to break into your room. Rose, just forget about it. No, listen to me. I said I did it because I was worried about you, but it wasn't just that. What? I was suspicious. I thought there might be someone else. Someone else? Another woman. Rose. I really thought so, because sometimes you're so horribly cold. You know I wouldn't. I'm serious. Sometimes I feel like you're pushing me away, so I... Did you get in? Yeah. Are you satisfied now? There wasn't anyone there, was there? No. No, there was no one there. There was absolutely no one in your room. Not another woman, not me. Not even you. Rose. I'm sorry. I just wanted to apologize, that's all. Talk to you later. Опять такая шпильку вставила, мозг ему вынесла, и все. Давай, говорит, выполняй свое сверхсложное задание, Снейк. Расскажи что-нибудь. Я скучаю по тебе, Снейк. Райден, I may have to sign off for a while. Anything wrong? Just a small errand. Don't worry about it. What's it about? Here goes. I'm going offline. Вот. Так, хорошо. Нам как-то нужно попасть туда. Причем нужно сделать это быстро, я так понимаю. Давайте-ка мы сначала Эмму подведем. И теперь с помощью спрея быстренько это все потушим. Насколько я понимаю, надолго этого не хватит, поэтому нужно действовать максимально быстро. Так, пойдем. Ой-ой-ой, давай. Получилось. Отлично. Как и хотел. Так и было задумано. Конечно. Так, карта пятого уровня. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already?
Ta-da! What the... Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ну ладно, хоть так. Иначе мы тут застряли бы. Мухи? Она не боится мух? Я не удивлюсь. Так, теперь. Я здесь первый раз, поэтому нужно быть поаккуратнее. Мне бы терминал найти. Что-то тут такое сквозняк, что я прям не знаю. Ощущение, как будто... Ну, что-то есть из воспоминаний. И что-то, что говорит мне, что здесь... Реально глубоко. Так, ребята. Я, по-моему, не успею. Ой-ой-ой, это плохо. Сейчас он вызовет по рации. Блин, можно было бы их скинуть, тогда все было бы хорошо. А теперь у нас реальные проблемы. Блин, выйти я уже не смогу. Окей. Хорошо, что же я могу сделать? Бронежилет у нас есть. Давайте повоюем маленько. Мы-то практически не занимаемся этим. О, повоевали. С дробовика в упор, конечно, да. Война как-то особо не заладилась. Короче, это будет сложновато, но здесь, в принципе... Только из-за того, что я его не видел. Не, камера... Я не могу назвать ее минусом игры, но она временами реально подпаривает мозг. Так. Мужчина, подойдите, проверьте вашего. Я же знаю, вам хочется. Не хочется? Ну ладно. Все, пойдем, Эмма. Камера является тоже своеобразной такой визитной карточкой. Ну, учитывая, что она присутствует только в первой и второй части. Ну, то есть и в третьей присутствовала, но потом вышла третья часть. Как она там называлась? То есть дополненное издание. Я, честно говоря, название не помню. В общем, там камеру сменили уже на ту, которая используется, допустим, Metal Gear 4. Камера больше похожа на то, что есть, скажем, в Splinter Cell. То есть вид со спины, от третьего лица, на мой взгляд, гораздо более удобный. Именно с этим видом я, наверное, и буду играть в Metal Gear 3, потому что, блин, мне это нравится. Реально, начинаешь получать еще больше удовольствия от игры. Хотя, конечно, челленджи меньше, когда нифига не видишь и идешь вперед, это для многих очень интересно. Не для меня. Ветерок. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Так, ну ладно. Ее накололи чем-то, поэтому у нее ноги не особо хорошо шевелились. Теперь вроде как они менее прошло. Значит, уже легче будет. Милая девочка. Юморная. Не похожа на Атакона, который реально зануда. При всей моей любви к Атакону. Ну, то есть, ну вы поняли. Красивый вид. The sunset. It's beautiful.
If we don't hurry, it'll be the last we see. Сайферы, я так понимаю... Да, и солдаты. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. Да, это логично. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Ну, попробуем, чё. Что-то есть ощущение, на самом деле, что это будет довольно геморройно. Давайте обратно поднимемся. Мы можем? Что? Подожди. Мне кто-то звонил же, по-моему, нет? Видимо, нет. Так, хорошо, давай попробуем. Почему я не могу подняться? Что такое? Raiden, where do you think you're going? Your job is to safeguard Emma. Give her a safe passage with the PSG-1. Я просто хотел сказать, что наверху с этого балкончика у меня обзор был бы лучше. Но если вы считаете, что я должен отсюда, ладно. Так, хорошо, где-то там. Да, господи, ну... Как-то так вообще. Давайте выпьем. Пентоземина. У нас его хватает, кстати говоря. Это неплохо. Минус. Офигеть. This isn't happening. Что это было вообще? Мины какие-то, что ли? Честно, не знал. Вообще не видел даже. Ну, хорошо. Давайте посмотрим тогда, присмотрим, откуда вообще это тут. Реально мины? Окей. Давайте посмотрим. И как мне их... Да, давайте еще примем. Ох, такого в моих воспоминаниях вообще нет, честно говоря. Так, блин, я же принял тебя уже, нет? Хорош. Ниже. Выше. Повыше. Так, теперь где-то там касатик. Мне бы чуть-чуть убавить чувствительности, было бы совсем хорошо. Так,
Так, минус один. Мужчина. Если они себя по-другому ведут. Кстати, тепловизор неплохо помогает. Хорошо, на том мостике, я надеюсь, ничего нет. Вроде как нет. Кто? Откуда? Клейпором, а? Короче, глаз с нее сводить нельзя. Да, не круто. Еще одна летит. О, опять трясти начало не вовремя, как в самый неподходящий момент. Так, тепловизор, выручай. Минус. Ну давай, ну. Меня там уже подгорает. Отлично. Нормально так обзор перекрыло. Да бери ты, япона мать. Хорошо. Что еще? Что новенького? Ой, тихо. Если кто не понял, то пентоземин, ну, он уменьшает дрожь рук. В принципе, все написано, так что, я думаю, все поняли. Без тепловизора тут было бы тяжеловато, я так понимаю. А если бы я его не взял? Блин, подлетает. Окей. Все спокойно. Где-то он тут, то ли тут, то ли еще где. Снейк, по-моему, лежит. Типа одна из паскалок. Попозже постараюсь показать. Да блин, как не вовремя, ты япона, мать. Я нервничать начинаю. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. То есть это не пасхалка, а просто его можно увидеть. Ну, скорее здравый смысл. Так, со спины ничего не летит. Nope. Спереди вроде как тоже нормально. Будем надеяться, так все и будет продолжаться. Вон он лежит. Трясет ты как япона, мать. Маловато осталось. Кто-то еще стреляет, да япон нажимает. Откуда вообще? Как резко. Дохни. Внезапно так. Я жизни ее не вижу, у нее, по-моему, на полпуга осталось там. Как это все не круто. Да блин, тряска, прекрати, что ты делаешь? Со спины ничего не идет. Сейчас наверняка еще штуки три так раз вылезут внезапно. Давай, Эмма, иди. Ух, не просто это все. Ну, прикольно по-своему. Говоришь, разнообразная игра. Могла бы и побыстрее.
Может, мне пока ничего не происходит, поснимать мины? О, тихо. Там готово. Смотри, как быстро идет. Ой-ой-ой-ой, тихо. О, твою мать. Никому не звони никогда. Ну вот, как это называется вообще? Давай быстрее, пожалуйста. Так, Эмма идет, а мы прикрываем. Окей, все по-прежнему. Сейчас со спины наверняка... Нет, спереди. Спереди хватает проблем. Вот он, маленький. Ну какая же ты стерва. Со спины ничего не будет, вроде нет. Ух, прям адреналинчик. Вон летит гадина. Эмма, пожалуйста, чуть-чуть побыстрее. Ну я понимаю там, конечно, что неустойчиво все, но... Ебана мать. I can't do this. Снэйк молчит. Окей. Там кто-то, по-моему, сзади подходит. Давайте по бырику. Нет, это просто уже моя паранойя разыгралась. Мин нет. И мы подходим, да? Фух. Было опасно. Давайте приготовимся. Вот и все. Круто, технично. Мне понравилось. Пока вам. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there! Капец, такие вот дела. На самом деле, эту сцену со снайперской дуэлью, ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, я прохожу уже во второй раз, потому что первый раз часть этой дуэли просто тупо не показал эмулятор, и вот этой катсцены, которая только что сейчас была с ударом Элли, Эмми,
в общем, не показала, поэтому пришлось переигрывать. Ну и кроме того, она там повисла в одном месте еще чуть дальше при переходе с локации на локацию. Это не круто. Ну, эмулятор. Что не сделаешь ради перевода, верно? На самом деле у меня был лютый подсёк, что придется по новой всё простреливать. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Да, на Шелл уже никого практически нет. Давайте побыстренько убираться отсюда. Я думаю, вы понимаете примерно, где мы сейчас находимся. Помните упаковочный цех? Именно там мы и есть. Как он меня видит вообще? Или он почувствовал как-то? Не знаю, но мы берем миноискатель. Сейчас маленько поиграем с этим пареньком. У нас бежит время, но его в принципе хватает. Стоять бояться. Это тот парень, которого мы, помните, оглушили на танкере? Который слушал музыку. Теперь он слушать ничего не будет. У него тупо ушей нет. Хорошо, ладно, побежали. И что тут? Ух ты, а тут интересно что-то. Камера, которая нам по сути не нужна. Особенно в данных обстоятельствах, когда девушка умирает. В принципе, отсюда бежать не так далеко, насколько я помню. Сейчас мы где-то до середины пути добежим, да на сегодня, наверное, закончим, потому что там не только будет что-то об Эмме, но, насколько я помню, там будет еще целый ряд событий, которые реально там еще на полчаса катсцен, будет очередной переломный момент в игре, так что, я думаю, мы оставим на следующую серию. Сейчас пока что... Так. Плохо. Уходим, скрываемся. Что-то не поперло. В принципе, по сути, можно пробежать туда, потому что охраны все равно нет. Поэтому просто постреляют нас сейчас эти пакости летающие, да и все. Не буду даже особо от них обороняться, просто сейчас поглушу их, чертовой матери. С помощью EMP-гранаты. Народ весь уже ушел на Арсенал, как вы поняли. Все, погнали. Ой-ой-ой, что я наделал? Это было очень глупо. Но, с другой стороны, хотя бы тревоги нет в этот раз, не будет. Райден! Райден! Ну, как видите, я сейчас уже тороплюсь, потому что, ну, реально уже просто охота побыстрее пробежать то место, до которого я, собственно, уже добежал, и приходится переигрывать по новой. А играть нас заставляет, я смотрю, прямо отсюда. Это не круто. Так, ну и давайте сейчас он меня в этот раз, я думаю, не заметит. Возьмем эту быстренько камеру и уходим нафиг. Ты последний доходяга. Ну, ладно. Надо будет их просто поснимать всех со снайперки. Потому что с пистолета что-то не особо как-то идет. Или лучше вообще с М4. Один. С второй. С третьих, четвертого нет. Ну ладно, нашим легче. Так, хорошо, здесь у нас... Нам бы сыграло на руку, если бы у нас была прокачана выносливость хотя бы на один уровень. Но, в принципе, и так можно все это проползти без каких-либо потерь. Просто если бы у нас было прокачано, мы могли бы доползти до самого конца. А так, лучше все-таки не рисковать и отдохнуть вот здесь. Ой, блин. Вот видите, почему это опасно? Потому что на аналогах я не особо хорошо с этим управляю, слишком чувствительно. А на крестовине реально не очень удобно. Ой, что-то мне не нравится это место. Ну да ладно, нормально пошло.
Так, ну и на этом месте мы, наверное, закончим, а там дальше уже будет очень серьезный поворот сюжета, насколько я помню. Я не помню какой, но я помню, что это надолго. Здесь у нас, как видите, куча тараканов. Интересно, почему. Ого. Да, на этом мы, наверное, завершим. В следующей части пойдем в лифт, будем спускаться на B2, где нас, собственно, все и находят, где нас, собственно, все и ждут. Я уже начинаю заговариваться, потому что это 6-й час записи. В принципе, на этом все. С вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.